Так, и пока я здесь, тут еще одно задание есть в Хоксмиде, которое я до этого не проходил. Я, кажется, даже помню, что я с кем-то там болтал, и он сказал, что типа, не-не-не, это еще лох. Так. Мне надо найти этот магазин, в котором я тогда был. Нет, это не он. Это, вроде, один из тот, куда я до... из тех, куда я доставлял письма. Еще бы вспомнить, где это может вообще находиться. Вот. Так, могу чем-нибудь помочь? А, у тебя есть интерес в урнах? Я тут одну... это я уже читал, я помню. Это урна в подземелье под руиной в запретном лесу около Хогвартса. Я пытался... Да-да-да. Да, это я читал. Правда? Ну, да, выглядит достаточно крепким, типа, для ученика. Хотя я не думаю, что отправлять учеников Хогвартса на опасные задания, где их, скорее всего, взорвут на кусочки или зацарапают до смерти, это хорошее такое, ну, хорошую картину создает. Тем не менее, у меня все еще есть ключ от этого подземелья наверху, и если кто-нибудь найдет эту урну, я заплачу им очень дорого за это. Я заберу урну. Так, возьмите ключ. Где у тебя лестница-то? А, вот она. Ключ взял, теперь мне запретный лес идти надо. Хогвартс. Так, вот. Опять ночь. Каждый раз я ночью здесь оказываюсь. Чё за... Это, ну-ка, это у нас... А, это рассвет, хорошо, тогда ладно. Правда, когда я войду вовнутрь этого подземелья, мне это не сильно поможет, но все же хоть что-то. Так. Куча всяких подземелий тут в запретном лесу. Это библиотека, потом вот это еще. Откуда все это вообще взялось? Так, нет, это не оно пока что. Приятно, когда день наступает, как более приветливо становится. Просто какой-то лес. Даже ничего зловещего в нем нет. Приятненько так. Это вот. Похоже на то. Так, заклинание у меня бомбарды, значит. Ой, тут. А, вон там скелет. А могу вот через это их. Что, не могу их через эту дырку убить? Ну блин. А чего так много-то? И тут снич и сундук, да? Да ты чё? Ну ничего такого мега полезного. Так.
Да можно я тебя попаду? Спасибо ты, блин. А, урод, какой конченый. Ага, ключик там был. Да ты чё уворачиваешься? Блин, главное, эти руки можно только заклинаниями сломать. Просто так ударять их не получается. Так, ладно, тут я все, значит, нашел. Так, тут тупо золото. Как бесит, когда они так уворачиваются. Дико бесит. Или когда заклинание просто сквозь них проходит. Так их и то проще, блин, убить, чем заклинаниями этими тупыми. Так, ну если тут ничего кроме скелетов нет, то это как бы вообще не страшно. Так. Оу. А, у меня ключ есть. О, хорошо. Так. Так вот. Опять куча скелетов. Да попади ты в эту руку. А ты чё, ты застрял, да? Ты лошара. А тебе даже руки не осталось. Так, это, мне кажется, должно открыться рано или поздно. Крысы! И эти тупые... Растопырники, вот вас пить хорошо, вы здоровье снабжаете, а так вы, наоборот, его тратите. Мана еще, блин, заканчивается постоянно. О! Удобно. Скелет с луком. Хорошо. Так, тут змея, тут тоже змея. О, ты тупой, это прикольно. Ой, там пикси, о нет. Да, это будет неприятно. Это все. Да где вы? Я вас даже не вижу, и вас не попадешь ни хрена. О, попал. Вас проще, наверное, бить вот так вот. Давайте я действительно сейчас снова меч себе в инвентарь поставлю. Вот так вот, да. Интересно, это больше урона наносит, чем палочка? Типа, когда просто бьешь. Но им тоже хрен попадешь. Да, похоже, ни хрена он не наносит больше урона. А внизу лучник.
Так как мне от вас вообще избавиться, я не понимаю. Ага. Вообще, блин. Дерьмо какое-то. Так, отлично. Скелет, лучник умер. А нет, тут еще один. Так, ну он тоже умер. Так, что, одна пикси осталась? Вау! Фига, я снайпер. Так, надо мне как-то теперь это все обойти, чтобы куда-то попасть. Ну-ка. Мне кажется, мне сюда не нужно было подниматься. Такое у меня подозрение. Нужно, наверное, вниз куда-то идти. Давайте так вот спустимся просто. Так, давайте бомбарду. Череп. А куда мне? Вот сюда или вниз? Так, он тут вроде ничего нет. Так что, наверное, вниз. А, это типа спуск. Как раз туда вот такой. Это я как дебил просто спустился. Как обычно. Вау, с одного удара. Это из той пикси, которую я все-таки смог подстрелить заклинанием. Очень издалека. Так, тут ничего нет, а тут опять скелеты, да? Судя по звукам. Как твоя рука осталась? Да ты чё? Да попади ты! Вот, все. Вот, руки сами умирают через какое-то время, да? Что ж. Кстати, насчет лечения. Тоже неплохо было бы. Да что ты прыгаешь в самый плохой момент, неподходящий. Так. Сюда. Так, опять раздвоение пути. Не люблю, когда раздвоение пути. Блин, ну это похоже на основной путь. Хотя то, наверное, тоже будет похоже на основной путь. Или что это? А, это все соединяется. Понятненько. Хорошо тогда. А, это нажимная плита, понятно. Так, и теперь вот здесь вот нахожусь. Где бы это здесь ни было. Скелеты такие тут экстра тупые, тут у них лесенка прям есть. Они подо мной все толпятся. Mm. Mm.
Да, тут прям такая очень легкая лесенка была. Мне вот туда надо как попасть. То есть тут два пути у меня опять есть. Так, это что? Лестница какая-то наверх. Ух ты. И зачем я сюда пришел? Подождите, какой смысл вот сюда мне было приходить? Тут же нет ничего. Нет. А, чтобы вот сюда вот попасть. Угу. Змея. Открылась дверца какая-то. Воу-воу-воу. Так, подождите-ка. А могу я как-то обратно сейчас попасть? Я потому что не сходил... Вниз там. Не могу? Блин, я там вниз не сходил. Я хочу узнать, что там. А я никак уже сейчас не попаду туда. Или попаду. Стоп, а это что такое? О, fancy sword. Или мне показалось. Мне кажется, наверное, Расти все-таки. Ну-ка. По-любому мне показалось. Это слишком странно было бы. Сколько у меня предметов-то? Зачем мне столько предметов? Да, конечно, мне показалось. Это все равно не позволяет мне попасть обратно. Да. Обидно, вот там я не знаю, что находится. Зря сюда так спрыгнул быстро. Что ж, ладно. Придется обойтись без того места. Так, ну тут явно что-то будет жесткое. Это понятно, что тут стреляет оно. Очевидная вещь. Так, опять тут несколько путей. Я не знаю, какой из них куда ведет. А, просто сундук, где очень много всего. Ах, еще бы я не свалился в самый низ. Было бы странно. Ну ладно. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, это никуда не ведет. Понятненько все. Так, и все, я пробрался. Что там? Ничего. Так, мне нужно что-нибудь получше сюда. Вот это, например. Опять пикси! Вот из всех, кто тут может быть, именно вот они, да? Ты вообще-то меня не отстанешь, да? Пройти, а я решил что-то какую-то хрень сотворить. Вау, у меня закончилась мана. Шикарно, шикарно. Так, понятно, тут опять ничего нет. Пустые места, бесполезные. Да ну тебя в жопу. Вот подлетишь, я тебе дам по роже. Ммм.
Все. Так, вон туда мне надо. Ух ты. Какой-то лабиринт туда подводный. Или что это такое? Ух ты. Интересненько. Ну-ка, вначале вот сюда вот заплыву. А, я сюда все еще все равно не могу, да? Значит, надо... Да почему ты не можешь вниз нормально поплыть? Так, я могу вот сюда вот попасть. Вода еще выше станет. Теперь я уже смогу попасть вот сюда. Сейчас вода еще выше станет. Офигеть. Теперь-то мне куда? А, вот сюда вот и запрыгивать теперь вверх, да? Да. Интересненько, прикольненько. Такой полноценный данжик тут. Ну, хотя да, это и так и называется, типа, данжин. Так, спасибо за сдохни. Так, ух ты, какой-то коридор. И опять слышу кучу скелетов. Огромную кучу скелетов. Ой, только не пещерное говно. Пожалуйста, нет. Ай. Тупой, блин. Еще и лучники. О, как тут много всяких уродов. Так, ух, тут надо очень осторожно, значит, быть. Главное еще и при всем этом понять, куда мне вообще идти. Да ты... Ты чё? Вот ты чё? Ты серьезно прятался вот в этой комнатке специально, чтобы напугать меня? Мразь какая-то. Или мне не надо туда вниз спускаться? К ним, ко всем. Как ты меня так издалека ударил? Чё за фигня? Кто меня бьет? О, какое говно тут. Я не сюда пытался попасть. Тупая, блин, рука. Опять у меня маны не хватает. Так. Отлично. Так, куда теперь мне идти? Вот тут есть что-то? Тут просто, походу... Тайничок с золотом. Тут, по-любому, нет. Даже нету всяких уродов. Чудесно. Так. Ох ты, какой-то кубок зловещий. А, это и есть та самая урна. Все, выходим. Когда? Ну и теперь тогда идем в Хогсмид. Ну-ка, нет, его тут нет, конечно же.
Давайте тогда вот сюда. И идем опять ищем его магазин этот тупой. Урны, блин, продает. Кому они нахрен нужны вообще? Сова. Вот он, да? Нет. Вот он. А, вот ты ее достал, не могу поверить. Я уверен, что она выглядит достаточно обычной для неотренированного глаза, но позволь мне уверить тебя, это очень кое-что очень особенное. Вот я обещал награду. Супер.